Всем доброе утро. У нас еще все спят, а эта мартышка маленькая уже проснулась и хочет играть. Алиса купила вот такую радужку. И сейчас мы будем играть этой радужкой, пока Алиса не видит. Да? Что за котенок такой сладкий? Это что за сладкий котенок такой? А еще у нас есть вот такая Вита. Вита, Вита. Ну-ка, а куколкой будешь играть? Маленькой. Оп. Кто-то проснулся. Нет, никого нету. Сик. Киса моя. Ай, ты моя киса сладкая. Ай, ты моя киса сладкая. Синди. Синдюша. Такой пузико сладкое. Это чье тут пузико сладкое? Моя девочка. Ты моя девочка маленькая. Маленькая, маленькая. Ребята, Алиса проснулась, и смотрите, какое занятие мы нашли для Синди. Синди, играй! Синди в замешательстве, что это такое? А ты возьмешь камеру, которую ты снимаешь вот так, курядень, и будет классно. О, реально круто. Синдюша, Синдюська, отпускаешь?